Там мне надо масло. Это что у вас тут праздник какой-то получается? Полная тарелка. Понравилось? Да, понравилось. А что все больше всего понравилось? Бассейн, водный батл, наставление сейчас тоже понравилось. Мне очень понравился этот лагерь. Это был самый лучший лагерь в моей жизни. Мне понравились все уроки. И отдайте шоколад. Поэтому там, конечно, да. Там уже к концу лагеря реально все еле-еле догребают. Но зато очень круто, весело очень. Очень сильно сближаешься, потом все так плачут, что успокоить его. Очень сильно понравился этот лагерь ШМУС. Последний раз я где-то 2-3 года назад была в лагере. Лагерь мне очень сильно понравилось, но все же дней мало. Всего лишь 3. Мы очень благодарны всем, кто работает здесь, кто нас поддерживает, и для тех, кто участвует. Это просто особые несколько дней для многих, для детей,
маленьких, хотя они говорят, что это мало. Для подростков уже как бы тоже и мало. Для молодежи, надеюсь, чуть больше. Но они увидят идею, и мы будем повторять на следующий год наш мысль.